Ребята, всем привет! Сегодня у нас вот такая вот посылочка. Посылочка дошла за 19 дней. Здесь находится супер крутой, не знаю, как еще назвать, телефон. Очень компактный, ну и прикольный. Погнали! Оценена данная посылка $14.16, 75 грамм. Дошла почтой Шведен. Это Швейцария, по-моему. Давайте распакуем и посмотрим. Здесь внутри вот такая вот вакуумная упаковочка. Очень классно. И в пакете больше нет ничего. Зачет. Вот такой вот картфон Made in China. Ультра, короче, ультра тонкий телефон. Оба. Здесь вот такой он розово-белый. Здесь идет вот такой вот кабелек. Ну и все. Сам телефон выполнен в бело-розовом цвете. Внизу у нас IMEI и модель Mini M5. Флагман компании вот это AIECU. В общем, смешной вот такой вот телефон. Можно заказать с русской раскладкой, можно заказать просто с американской. Ну, прикольно выглядит, ничего не скажу. Давайте сравним с карточкой. Есть у меня вот такая вот карточка. Смотрите, один в один. Офигеть, да? Классно. Значит, что мы здесь имеем? Слот под сим-карту. Сим-карта у нас здесь мини, обычная. Кнопка включения, дисплейчик. Welcome пишет. Вот такой вот у нас дисплей смешной, очень маленький, меню, фонебук, колл-центр, сообщение, мультимедиа. В мультимедиа у нас должно быть одно радио, да. Подключить нужно наушники, только наушники я не понимаю, как можно сюда подключить, если разъема 3.5 нету. Разве что наушники от microUSB, но такие наушники сложно найти. Так, назад. Дальше у нас есть органайзер. Здесь есть календарь. О, да, это жесть. Короче, календарь никакой. Будильник есть. Будильник еще куда ни шло. Калькулятор. 5 плюс 6. Окей, 11. Работает. Так, стереть назад. Все, здесь в органайзерах нету ничего. Настройки, профили, Bluetooth есть. Можно подключать гарнитурку, телефонная книга. Так, давайте поставим русский язык. Phone settings. Так, это вот язык. Русский присутствует. Отлично. Выходим назад. Настройки безопасности. И все. Время и дата. Укажите город, укажите формат и время. Ага. Энергорежим. Так, понятно. Это можно телефон, в общем, выключать на ночь, чтобы экономить аккумулятор. Очень-очень тонкий, позитивный. Если разобрать телефон, то там находится карта памяти. Но как карту памяти использовать, я без понятия. Здесь же нету никакого плеера. В общем, это, я думаю, вы увидите немножко позже. Опции. Настроить. Тип звонка повторяющийся. Входящий вызов. Вот такой вот динамик. В общем, вы поняли, какой здесь звонок. Громкость. Вот это на всю. Прикольно было, ребята, если бы здесь был реально MP3-плеер, можно было бы разобрать данный телефон. Он разбирается очень просто. Снимается вот эта вот передняя часть. Это как бы пленочка такая. Здесь есть 4 или 5 винтов. Их откручиваете. И вот здесь вот на платке, в этом где-то месте, есть слот под карту памяти. Не знаю зачем. Возможно, просто такие платы штамповали. И на более моделях дорогих уже есть MP3. Но в данной модели MP3
вроде бы как поддерживается, но я не вижу здесь никаких проигрывателей и так далее. Возможно, на флешку можно загрузить MP3 и поставить на звонок. Но в мультимедии, я же говорю, здесь нету плеера. Возможно, можно как-то его прошить. Возможно, микро-USB в принципе есть. Итак, друзья, достал я вот сим-карту со своего телефона, вот этого, на который будет скоро обзор. Вот есть у меня микро-сим. Давайте вставим батарею. Телефон вот этот вот очень порадовал. Держит батарею около 2,5 месяцев. Просто гигант. Так, открываем. Сим-карту у нас вставляется она вот так. Защелкиваем. Выключаем, перезагружаем. Так, есть такое. Микрофончик вот маленький. Идет поиск. Есть. Давайте позвоним оператору и посмотрим, есть ли громкая связь. Есть такое. Отлично. И давайте проверим Bluetooth. Есть у меня вот такая вот гарнитура. Ссылка на нее также будет в описании. Захожу в Bluetooth. Нажимаю включить питание. Идет переключение. Видимость. Мое устройство. Опросить новое устройство. Идет у нас поиск. Нажимаем сопряжение. Пароль. 1, 2, 3, 4. 4 нуля. Все, есть у нас 4 нуля. Ну что, теперь берем, выходим. Звоним опять оператору. Ну что, друзья, вот я дозвонился, и уже звук идет здесь, я слышу. Все работает. Отлично. Вот такой вот, друзья, интересный аппарат. Ссылка на данный телефон и на этот телефон будет, конечно же, в описании, на гарнитуру также. Всем спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи. Пока.